очень часто меня спрашивают, а существует ли такое понятие, как моя вторая половинка? И на семинарах я часто отвечаю достаточно грубо, если честно, потому что я хочу, чтобы люди понимали, насколько важно правильно произносить слова. В природе, во Вселенной, в принципе, не существует синонимов. И если говорите, например, что хотите личную жизнь, то вы будете одиноки, это неизбежно, потому что личное означает частное. Поэтому просить вы должны семейную жизнь. Вы должны просить любви, вы должны просить чувств, какого-то опыта. Вы даже можете попросить семейной жизни, но никогда не просите брака. Никогда не просите супруга, потому что это совершенно другие понятия. И вот то же самое, как и половинку. Многие говорят, я всю свою жизнь ищу свою половинку. Беда в том, что человек рождается цельной личностью. И вот, казалось бы, целители, они что делают? Они целят, то есть делают человека цельным, наполненным. И в процессе жизнедеятельности человека, в процессе освоения различных уроков жизни, он получает полный опыт. Ну, скажем, вы же не можете любить наполовину, да? Или быть наполовину успешным. Вы либо успешны в своем проявлении, либо нет. Поэтому половинок не бывает. И когда вы просите найти вам вторую половинку, вы автоматически исключаете ряд достижений вашей жизни. Вы лишаете себя возможности ощутить этот мир в полном его объеме. И ищите такую же душу, разочарованную в своей жизни, которая не очень понимает, для чего она живет и какова ее цель в жизни. Так вы найдете человека, с которым вы будете фактически мучиться. Поэтому правильно искать цельную личность, стопроцентную личность. А предполагая, что вы хотели в этот момент спросить, я думаю, наверное, я бы чуть иначе сформулировала вопрос. Я бы спросила у себя самой, можно ли найти родственную душу. И вот здесь, скорее, вы будете правы в своем вопросе, потому что родственная душа – это не всегда генетическое родство. Зачастую это даже именно близкая по духу, близкая по опыту душа. Это в первую очередь друг, вот в самом широком смысле этого слова. И родственная душа – это не та, к которой вас физиологически тянет. Родственная душа – это не та, с которой вы хотите спрятать часть своих эмоций. Или даже иногда говорят «обмануть во благо». Родственная душа – это то, с кем вы абсолютно естественны, на 100% естественны. Вы не подбираете слова, вы четко осознаете, для чего этот человек пришел в вашу жизнь и какова ваша роль в его жизни. И здесь даже не нужно среди ночи мчаться к нему, потому что ему плохо. Достаточно простого разговора по телефону. И вы наполняете друг друга общением. Конечно, родственную душу найти в жизни очень тяжело. И для этого нужно, в принципе, понимать, что такое чувство той же любви. И понимать, что это чувство многогранно. И познавая различные ощущения жизни, различные сюжеты жизни, вы должны научиться в первую очередь 7 основным видам чувств. И все эти 7 чувств, они являются частью любви. Конечно же, это физиологическое влечение. Но если, скажем, вы действительно друзья, ну, если я имею в виду, вы, допустим, однополые или вы родственники, да, то физиологическое влечение здесь срабатывает на уровне хобби. И, в принципе, я бы в большей степени рекомендовала парам больше внимания уделять именно хобби. Потому что, когда вы чем-то вместе занимаетесь, вы тоже прорабатываете ощущение физического тела. При этом, например, вы развиваетесь физически, вы, например, спортом занимаетесь, вы развиваетесь творчески, вы создаете продукты какие-то творческого действия, вы можете совместным бизнесом заниматься, и это тоже будет развитием физического тела. Ну, конечно, рождение детей – это самый высший план для продолжения рода и прочего. На следующем этапе вы вырабатываете друг другу интерес. Поэтому на эфирном плане взаимоотношений вы должны быть абсолютно идентичны с точки зрения ваших жизненных интересов. Если, например, вам нравится, ну, скажем, нумерология, а ваш партнер это страшно раздражает, то уже понятно, что это не ваш человек. Вы должны сходиться по абсолютно всем параметрам.
он любит нумерологию, вы, он любит спорт, и вы тоже. Либо, знаете, хотя бы вы допускаете мысль того, что для него это ценный опыт в жизни. То есть вас не раздражает тот факт, что он этим интересуется. Вот если вы на уровне интересов сходитесь, то у вас тоже не возникает никаких дискомфортов в отношениях. И вы уже, ну, можно так сказать, что чуть-чуть ближе друг к другу. Потому что у нас 7 тел, да, у нас физическое, эфирное, астральное, ментальное тело, соответственно, кармическое, интуитивное, программное тело. И вот мы на 70%, условно говоря, не на 100%, да, а на 70% должны идеально друг к другу подходить. И вот уже, если вы физически на уровне той же физиологии, либо на уровне каких-то совместных действий вы не ругаетесь, вы сходитесь идеально, если вы сходитесь на уровне ваших интересов и увлечений, то прекрасно, вы остаетесь на 20%, скажем так, связи. На следующем этапе это третья чакра и астральное поле. Ну, сразу говорю, что третья чакра у нас находится в животе. Это очень важно, потому что в этот момент возникает чувство влюбленности. И она идет сразу после интереса. То есть, знаете, как иногда бывает, вроде бы друг, 10 лет знакомы. И вдруг неожиданно, как интересно, а ведь он так красиво читает стихи. А дай-ка я послушаю. И вы начинаете слушать и понимаете, что через какое-то время вы просто в него влюбляетесь. И вы не можете слушать никого другого. Вы скучаете по тому, как он это читает. И вы хотите все больше и больше общаться с ним. И когда вы рядом, у вас вот те самые бабочки в животе летают. Это работа третьей чакры или астрального поля. Именно на этом этапе, астральное поле, это поле наших предков, напоминаю, именно на этом плане, условно говоря, садятся предки в нашем астральном поле и начинают выбирать судьбу для этой пары. Сходятся ли они, не сходятся, будут ли у них дети. И вот именно на этом этапе родители, наши родители, понимают, так, а моя девочка влюбилась. Или мой парень, мой сын, он как-то возмужал, и прям чувствуется, что у него жизнь поменялась. Значит, наверное, с кем-то познакомилась. То есть обратите внимание, на стадии нашего интереса родители не обращают внимания, они не замечают. А вот когда мы начинаем влюбляться, всегда родители это чувствуют, потому что задействовано астральное поле. На следующем этапе развивается чувство благодарности, потому что щедрость и благодарность, они идут бок о бок друг с другом. Это ментальное поле. Для того, чтобы быть благодарным человеку, мы должны его понимать, осознавать, чувствовать. Мы должны понимать, что ему нужно в первую очередь. То есть это уже такая разумная форма влюбленности. Но это еще не любовь. Это именно чувство благодарности. Когда нам хочется что-то ему принести, что-то для него сделать. Когда нам хочется все для него буквально отдать. Нам ничего не жалко, ни своего времени, ни своего знания, ни своего опыта. Мы буквально всем делимся. Вот эта щедрость, вот это ощущение заботы, ласки, поддержки, это все возникает на уровне ментального поля. И если мы не знаем, как помочь человеку, а ментальное поле – это поле знаний, то мы не сможем быть благодарным. И благодарные, кстати, ощущения – это то, что мы вспоминаем. А воспоминания – это тоже поле памяти, тоже поле знаний. Мы помним, как бы он сейчас ни поступал, как мы обычно говорим, я с ним, потому что когда-то он мне помог. Я благодарна ему за то, что в самое трудное время моей жизни он подал мне руку. И благодарность – неотъемлемая часть любви, но еще пока не любовь. На следующем этапе, когда мы с вами говорим о кармическом поле, мы должны быть рядом с человеком, чтобы он был полезен сам себе, и чтобы мы были полезны друг другу. Поэтому в этот момент, когда он сталкивается с трудностями, а это неизбежно, и, как правило, это третий год нашей совместной жизни, с точки зрения нумерологии, это нулевые позиции, но я объясняла это на семинарах. Так вот, всегда на третий год жизни возникают трудности, потому что наступает карма. Испытания, кармические испытания переживает один член партнерства и второй. И вот здесь очень важно не бросить, быть рядом, помочь. И даже если человек ошибается, а мы иногда допускаем очень жестокие ошибки, ни в коем случае от него не отворачиваться. Ведь вы благодарны ему за то, что он рядом.
Ведь вы влюблены в него, вам интересно с ним. И как же вы можете сейчас его бросить, когда он оступился? Или когда он запутался? Или когда он не знает, куда идти? Вот на этом самом этапе у вас и вырабатывается чувство благородства по отношению к нему. Вы готовы его прощать, вы готовы ему советовать, вы готовы в каких-то ситуациях даже подстраховать, подать плечо, взять на себя какую-то ответственность, даже расплатиться за его ошибки. И здесь нет вопроса жертвы, ни в коем случае нет. Здесь именно осознанное решение, что вы идете на это, благодаря тому, что этот человек рядом с вами. Поэтому кармическое поле прорабатывается, как правило, очень сложно. И правильно говорят, что люди, настоящие честные отношения, порядочные отношения, они проверяются именно в беде и в болезни. И это неизбежный процесс. Но даже если вы пройдете эти уроки вместе, это еще не любовь. Это всего лишь благородство по отношению к вашему партнеру. На следующем этапе у вас наступает вдохновение. Ну, многие говорят в семейных парах, что это что-то вроде второго дыхания, да, когда говорят, мы прошли столько трудностей, нам открылось второе дыхание. И вот здесь действительно по-настоящему мы начинаем понимать, что все эти уроки, которые мы прошли, они нас тоже обучали. И мы тоже становились лучше. Мы понимаем, что проходя эти испытания, наша душа обогатилась невероятно полезным и чистым опытом. Мы научились прощать, мы научились быть рядом, но мы научились в какой-то степени жертвовать собой ради высоких целей. Мы научились объяснять, мы научились быть хорошими психологами, мы научились принимать человека таким, какой он есть. На этом этапе, на интуитивном поле, начинает развиваться в паре творчество. И это творческое начало всегда дает плоды нового бизнеса, каких-то совместных проектов, реализации каких-то планов. И это всегда какие-то инсайты. Пара начинает жить буквально единой целью, единой идеей, и они наполняют и вдохновляют свое окружение. И вот тогда, когда они абсолютно слились в едином каком-то порыве в будущее, у них общие цели, и они четко знают, что никто никогда из них друг друга не бросит, потому что все самые сложные времена уже прошли, они переходят на седьмую, на программную стадию, и вот как раз в этот момент по-настоящему ощущают любовь. Даже я бы не так сказала. Любовь — это такое чувство, оно настолько сильное, что его ощущают все вокруг них. Это чувство вдохновения, только не внутри пары, а снаружи. Когда человек сам становится лучше, это однозначная любовь. Однозначно, когда человек бросает вредные привычки, когда человек, ну, допустим, даже элементарно начинает красиво и правильно говорить, когда он к чему-то стремится, что-то изучает, он совершенствуется, он меняет свои вкусы и интересы, это тоже уже любовь. Но важно то, что окружение, которое вокруг них, их друзья, их коллеги, даже совершенно незнакомые люди, они тоже начинают наполняться этим вдохновением. Любящая пара вдохновляет другие пары на такой же путь. При этом им не нужно читать нотации, лекции, рассказывать часами, как они познакомились и как они проходили уроки. Все это витает в воздухе и наполняет другие пары. И если вы, посидев в какой-то компании, даже молча, даже буквально не обмолвившись и между друг другом словами, но выйдя из этой комнаты, хотя бы одна пара сказала, что мы как в храме побывали. Эта пара настолько вдохновенна, настолько чиста, что вот мы сейчас понимаем, что нам есть над чем работать в наших отношениях, и мы хотим такие же чувства испытать в нашей паре. Вот когда хотя бы одна пара в вашем окружении сказала так, значит, вы действительно друг друга любите. Значит, вы по-настоящему родственные души. И еще раз напомню, ведь все же вопрос стоял, бывают ли половинки, половинок, на мой взгляд, именно в том ракурсе слова, как вы это произносите, не существует. А вот родственные души – это не те души, которые генетически связаны друг с другом, а те, которые становятся единым духом в процессе прохождения множества уроков, испытаний, творческих талантов, каких-то инсайтов,
в процессе жизни. Поэтому родственная душа может даже стать ваш враг, если однажды вы сможете пройти весь этот путь.